завтра. Они сказали, что у меня будет урод. Рит, ну это ошибка какая-то. Я к чему не хочу. У вас внучка осталась. Если бы не она, моя дочь была бы жива. Родная бабушка это отказалась. Это не твои проблемы. Не надо вешать на себя такой крест. А скажите, когда вы брали девочку, вы знали, что у нее это диагноз? «Папа для Софии». Завтра в 19:00 на «Домашнем».